Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть Assassin's Creed 3. Итак, нам надо продвигаться. Ищем мы девушку, которую мы спасли. Вот. Скво. Эту. Так. Надо выбраться. Так, кстати, ну-ка подождите. Мне надо посмотреть селектор оружия. Разделы, что за разделы, не знаю. Ну и ладно. Так, у меня селектор оружия-то. Вот он. О, не. Все нормально. Сабля. Инструменты. Ну и все. Если ваши кости так. Ноют, уши кровоточат, а ноги опухают, вам поможет волшебный. Твои письма мне никуда не втыкались. Так. Сообщение об успехе его экспедиции в Огайо. Да блин, блинский. О, минутку. Давайте-ка заберусь, открою. Ты чего себя ведешь, как тупой осел? Сейчас тебе зарежу нахрен, тупой осел. Опа. Давай, еще немножко. Еще самую малость. Это львы. Блин, львы под снегом. Это как мороженка звучит. Львы под снегом. Кто-то сегодня ел. Львов под снегом. Значит, сыт. Ладно, не ссы. Осмотримся. Зима. Ну, приехали там, и, кстати, тепло еще было. Сейчас уже зима. Господи. Вниз. Так, еще что-то открыть было. Что-то я не понял, а чего они две рядышком-то стоят? Или я что-то недопонимаю маленько. Хоть они мне так-то сильно и не нужны. Для себя, по крайней мере, так решил. Потому что тут более важен сюжет данной игры. Вот, кстати, надо вспомнить. Чайный бунт. Чайный бунт. Это, наверное, будет... В этой игре этот чайный бунт, как когда Америка стала Америкой, когда она перестала быть колонией Англии и отсоединилась от них. Да. Вот так вот. Почему чайный бунт? Потому что чай сбрасывали за борт. Вот такой небольшой исторический факт сюда приплели. Ух ты, тут еще что-то. Давайте и сюда залезем. По дороге раз. А тут лошади еще. Надо, кстати, мне лошадь. Так. А там не мог, да? А здесь так получилось. Что за инвалидность такая? Ой. Там мы не могем. Давайте по часам, кстати. Вот меня якобы никто не видит. Ага, время-то что? 1:30, кстати. Никто не видит, как я тут карабкаюсь. Господи. С хрена ли он вообще такой ловкий-то? За что он там держится? Зимой. Скользко. Еще такие прыжки делать. Это же кошмар. Вот так вот. Осмотримся. Феноменальная память, я все запомнил. Ну, кстати, какой-то корабль строится, смотрите, большой. Это очень даже хорошо. Опа. А где лошадь? Свинья! На. Кушай.
Подождите, а собака же еще. Вау, птица. А, я их кормлю только. О, кто-то денежку несет. Так. Я из тебя всю душу вытрясу. Блин, себе геморрой нажил на пустом месте. Да, давай. Блин, некогда мне. Ну, рискни. Да стой, с двух сторон, я тебе дам с двух сторон. Сначала догони. Вау, Собакин, Собакина, я тебя искал. Я хотел с тобой повзаимодействовать. Ой-ой-ой-ой. Блин, собаку испугали. Вот и все. Мы убежали. Вот я слышу лошадь. Давай. Опа. Да подожди, вот сюда давай. Вот так вот. Поскакали. Давай, давай, давай. Подождите, а мне что, из города в город надо или как мне сейчас? А что-то маленько не понимаю, куда тут. Порт какой-то стоит же. А где ворота? А вот они. А я уж хотел было резать, нападать на всех. Нет, оказывается, все легко и просто. Надо было просто поискать выход. Или проход, как уж. Минутку. Вот так. Скачи, скачи. Так. Мы вот здесь вот поедем. Нормальные герои всегда идут в обход. Потому что мне интересно, что здесь. А, ты не прыгаешь, что ли? Эй, конь. Хотите первоклассную рапиру? Сабли рубят слабее? Блин, рубят слабее, ага. Сабли это вообще вещь. Пашки вот эти рубили нахрен все, что могли только. Все до чего дотянуться, так же, как самурайские мечи. Ну, конечно, да. Конечно, да, конечно, да, конечно, да. Пам-парам-парам-парам-пам-пам. Пум-пурум-пурум-пурум-пум-пум. Вы вошли в охотничьи угодья шотландские какие-то земли. Ну и ладно. Там волки будут, точно вспомнил. Где-то тут можно поохотиться. Ну, это мне надо. Это разве мне надо? Нет, мне это не надо. Встать, прыжок. Пришпорить лошадь. Давай, пришпорим лошадь. Опа. Вон. Куда-то мы прискакали тут вот. Дома. Сюда вот мы скакали вообще первоначально-то. Вошли в охотничьи угодья лексикон. Больше хрен выговоришь. Да где ты со своей бочкой тут стоишь? Не видишь, люди скакают. Охотничьи угодья. Где тут охотничьи угодья? Тут одни дома, одни деревни, блин. Охотничьи угодья он увидел здесь. Солдат с собакой. Милиция с собакой обещала прийти. А нет, собака с милицией обещала. Все. Маленько не так оговорился. Все. Ну-ка. Сюда. А, мне вот сюда надо.
Ну, давай, рассказывай. Вы нашли ее? У нее лагерь неподалеку. Прекрасно. Чем раньше мы с этим покончим, тем раньше согреемся. Хоть бы, блин, оделись потеплее. Реально же зима. Верхом мы доберемся быстрее. Да, знаю я. У меня скверные новости. Да. Брэддок настаивает на моем возвращении. Блин, ничего. Без сомнения, он зол из-за Питкерна. К тому же мы выставили его на смех. Так. Слушайтесь его. А я устрою так, чтобы вас освободили. Мне жаль, что так вышло. Не страшно. Мне за тобой ехать. Я думал, куда? Давайте, лошадки. Вот так. Ну? Что там мне тут? А, блин. Поздно. Огонь только что потушили. На снегу свежие следы. Она здесь. Волки. Черт. Что? Следы свежие. Да. Это ее. Она взбирается выше. Из сугробов в чащу. Ну, пойдем. Мы-то так петлять не будем. Давай. Где-то тут. Где ты? Спокойно. Так. Вот здесь вот что-то есть. Но где? Что оно где? Вон она. Здравствуй. Девица. Девица-красавица. Ждите. А там еще волки. Говорю же, волки. Проклятие. Стой! Я сейчас за ней бежал. Вернись! Возвращайтесь к Брэддоку, пока он ничего не заподозрил. Дальше я сам. Но, сэр... Нет, ступайте! Не беги! Я просто хочу спросить... Вот так. Я вовсе не враг! Хрен докажешь. Выслушай меня! О, боже! Да послушай же! Да... Да... Так. Ага.
Все, понял, как это делается. На. Давай. Блин. Загрызли. Пробуем еще. Пробуем еще. Я этих волков сейчас расхреначу. Ну, блин, почему так-то? Да блин. А, надо держать и удерживать у. Все. А я нажимаю. Вот, вот такая, блин. Разница уже парирует. А я нажимал пробел. Что не так-то? Загрыз меня. На. Я не буду с вами. На. Вот так. И все. Найдите загадочную женщину. Женщина-загадка. Вот ты она что, здесь наверху. Издеваешься? Давай. Че там? На медведя сейчас еще нарвемся, давай. Опа. Ну куда же ты? Куда же ты? Оп. Ты что, слегка тронутый? Я, Хейтам, я пришел с миром. Зачем ты говоришь так медленно? Прости. Чего ты хочешь? Опустила ниже плинтуса. Я Годзидзио. Годзилла. Очень приятно. Годзидзио. Просто Дзио. Дзио? Дзио. Дзио. Скажи, зачем ты здесь? Кто тебе его дал? Старый друг. Я видела такие знаки лишь однажды. Где? А вот об этом мне запрещено говорить. Я спас твоих людей. Это ничего не значит? Ничего. Поверь, я не враг. Здесь есть один холм. Жди меня там, если ты говоришь правду. Есть один холм. Там все в холмах, я пока бежал-то. Ты что, не видела, что ли? Так. Ну ладно. Хоть я здесь рядышком. Давай. В том городе солдаты. Они хотят прогнать мой народ отсюда. Их вождя зовут Бульдог. Бульдог. Эдвард Брэддок. Ты знаешь его? Он мне не друг. Каждый день мои люди гибнут от рук таких, как он. Мы положим этому конец. Вместе. Кот спит. Что ты предлагаешь? Кот обормот. Убить Эдварда Брэддока. Но его нужно найти. Найду. Оп. Эх, а ты из сена уже я ушла. Я не верю тебе. Я знаю. Сюда. Но ты идешь. Доказать, что не лгу. Этого не будет. Ты думаешь? Давай, по кладбищу. Прошли. Пусть только кто-нибудь вякнет.
Жди здесь. Женщина-магавка вызовет подозрения и перестрелку. Я не первый раз среди твоего народа. Я справлюсь. Надеюсь. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Здесь невыносимо. От прибоя уже в ушах звенит. От соли зудят глаза. И чертовы чайки вопят и гадят. Мы точно туда? А, бульдог снаряжает новую экспедицию. Он это так называет? Экспедиция? Экспедиция. Да, очень хитро. Под красивым именем можно скрыть любое дерьмо. Так. Так. Лимит потерянного здоровья. Веревкой и картофелем. Что за анальную пробку вы придумали так? Французы готовятся атаковать нас. Интересно, что Брэддок собирается делать? Он уже в передовом лагере. Думаю, безделье тут скоро кончится. Недели не пройдет, и мы выступим на юг. Все с вами ясненько, все с вами понятненько. Так, теперь надо без суеты уйти. А ты куда собрался? Как куда? Я? Посядь. Нет, другой петушок. О, я думал уйти. Да? А теперь? Думаю выбить тебе зубы. И ты боялся, что я вызову подозрение? Петушок, значит. На! Папа! На! На! И... Сбил, да? Весь твой настрой. Хоп! Ай! На. Бам. Последний остался. Вот так вот, красномундирники, получите. Все? Ну, давай, девчуля, рассказывай. Господи, прошу, ты ранен? Да не. Ерунда. Это не моя кровь. Вот. Это остановит кровь. Не стоило. Но спасибо. Остановит кровь. Это не моя кровь, я же говорю. Жди меня в лагере Брэддока. Так, теперь мне надо восстановить мои патроны. Икс. Подожди. Собака. Вот ты мой сладкий. Хорошенький. Так. Где у нас солдаты? Мне нужен солдат. Давай в лагере. Лагере. Так. Где пройти-то у вас? Так, спуск вижу, где спуститься можно. Так, опа. Давай. Оп, собачка, осторожней. На чё ты встал-то? Блин. Немножко в этом плане, да, дурная лошадь. Так. Ва, солдат. Один. Ага, один солдат. Вот как же нахрен? Размечтался я что-то. Ладно.
Пойдем. Ты так не ходишь, что ли, нет? Я думал, можно. Ну давай, давай. Дрянная кобыла. Зайцы, зайцы. А зачем мне их подстреливать? Или убивать? Не знаю. Так, вот еще один патруль. Так. Но мы пока им ничем не мешаем. Такс. Наверх. Наверх, наверх. Вот так. Сомневаюсь, конечно, что мы сможем далеко проскакать. Но тем не менее. Скачем пока. Пока что скачем. Блин, я думал, там один солдат. Сейчас зарежу его. Олени, зайцы, волки, медведи. Давай. Ну, ты уже здесь. Какая приятная встреча в лесу, на морозе. Используй метель, чтобы действовать скрытно. Ты передумал? Не. Нет. Но придется действовать осторожно. Ну, ступай. Я постерегу здесь. Кого ты здесь стеречься собираешься? Можно укрыться в повозке. Это один из вариантов, кстати. Так. Опа. Свистнуть. Свистнуть это не украсть, это чик-чик, свистнул. Че в фургоне? Ничего не утаивай. Ладно, сейчас две бочки соли, дюжина фунтов свинины, 10 говядины. 7 дюжин яиц, 16 голов сыра, не французского, 5 бутылок виски, новые мундиры, сапоги, кожа для заплат, одеяло, фураж. Что еще? Все. Это все. Да, кожа для заплат, ни хрена себе. Шикарно живет. Так, а вот здесь мне придется помудохаться. Эти пушки могут помешать. Может устроить диверсию? Да подождите вы. Стоять! Сюда, бой! Тихо. Блин, вы обнаружены, а так я уже одного даже на пику посадил. Вот здесь вот геморройное место, вот это я серьезно говорю. Эти пушки могут помешать. Может устроить диверсию? Не может, а устроить. Так, здесь ты не свистишь? Эй, ты, стой! Опа! Так. Вот так, скрылись. Опа! Подожди. Все,
Сейчас, минутку. А, вот так вот надо было, да? Что это не выход. Мне это тоже не по нутру. Я не хочу нести в голову матерям дурные вещи, потому что бульдог решил стоять на своем. Тихо. Где теперь генерал? На смотре войск. А затем мы выступаем к форту Дюкен. Да стойте вы. Рано или поздно. Марш на север тоже займет время. В штабной палатке есть копии планов, если желаете взглянуть. Ну, хоть этому придет конец. Ну, походи, посмотри. Вот тут вот. Этот сено потыкает, нет? Вот, хорошо, что мы там не спрятались. Я пытался. Я знаю, друг мой. Знаю. Карта бы мне не помешала. Надо ее найти. Это без проблем. По поводу карты. Вот она. Хоп. Взяли. Не убивайте стражников. Да как не убивайте? У меня натура такая. Все-таки убийца. Так. Часто что надо сделать? Выберитесь из форта. Ну, можно, кстати, по-моему, здесь прыгнуть, нет? Нет. Это будет слишком... Так. Ну же, ты мужчина или кто? Бам! Или не надо было? Тоже незаметно надо было уйти, да? Ой, я накосячил, значит. Может помешать. Может устроить диверсию? Боишься нас? Нужны еще люди! Блин. Вот слушать не удалось. Самого... Блин, ну прошу прощения. Ну, это да, там затупил немного. Эти пушки могут помешать. Может устроить диверсию? Так. Подождите. Это уже не скоро еще хватится. Так, вот и все. Стрелять по ней не надо сейчас. А этого мы тоже сейчас завалим. Какую помощь? Мы карту сразу взять не можем. Хоп. Эй, хоп. Так. Подслушать. Давай подслушаем.
Большой круг Толос. Но почему? Как он объяснил это? Сказал, что дипломатия — это вообще не метод. Дескать, дать французам отступить, значит только отсрочить неизбежное и дать им преимущество. В этом есть резон. Как не жаль это признавать, но как он не видит, что это не выход? Мне это тоже не по духу. Нашли труп. Давайте. Где теперь генерал? На смотре войск. А затем мы выступаем к форту Дюкен? Рано или поздно. Марш на север тоже займет время. В штабной палатке есть копии планов, если желаете взглянуть. В штабной палатке есть копии планов. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Может, тут с нами в прятки играть? Ну, нахрена вы мне нужны-то? Если только убить вас. Карта бы мне не помешала. Надо ее найти. Давайте. Теперь ее можно взять. В одной палатке нахрен. Палатка там. Дом есть. Бери быстрее. Покинуть форт. Ну все, сейчас покину. Только. Так, так я не могу перелезть. Хорошо. Так. Обратно в повозку. Ну давай обратно в повозку. Посмотрим. Хотя подожди. Нет. Что с экраном? Никуда не едем. Так. Куда вы смотрите? Давайте. Просто не уйдет. Эй, ты, вернись. А вот и нет. А просто не уйдешь. А я ушел. Интересно, а если я его застрелю? Вот зачем ты мне нужен? Иди отсюда. Беги. Вышел незамеченным. Стрелял. Не убивайте, так. Пушки. Ну, одну испортил, и то хватит. И то хлеб. Ну что? Брэдок уехал смотреть войска. Они выступят к Дюкену. Но пока они не готовы, у нас есть время все обдумать. Не нужно. Устроим засаду здесь, у реки. Иди собирай друзей. Я позову своих. И дам знать, когда будет пора. Хорошо. Собирай своих людей. Мне сейчас через снега надо валить. Покажи хоть направление-то.
Чего прогресс? Зачем мне прогресс? Вот туда надо валить. Жаль, не показано, сколько в метражах это. Ой-ой-ой. Надеюсь, немножко. Это вообще, по идее, не моя война. Так что... Патруль. Так. Ну, будем надеяться, что я плаваю в такой мороз. Давай. Вот, по идее, катастрофические жизни должны убавляться зимой-то плыть. Да в мокрой одежде бежать по снегу зимой. Уй. Ладно, кошка с собакой. И быстрое перемещение было бы у меня. Даже не знаю, есть ли оно здесь среди джунглей. Не помню, чтобы здесь такое было, конечно. Так. Опа. Давай, плыви. Это бревно специально для меня сделали, но нет. Мы, блин, ползем оттуда, походу, не надо. Да далеко нам еще нет хоть? Ну, в принципе, уже нет. Большую часть пути я уже пробежал. И без лошади. Сам как лошадь. Он здоровый как конь. И у меня как у коня там еще. Так что все нормально. Так. Слева что-то у нас стога сена, снопа. Так. Хоп. Эй, хоп. Хоп, а я здесь уже был. Видите, немножко карта приоткрыта, значит, я уже здесь обитал. Так. Сюда. Сюда, сюда. В таверну в эту, что ли? Уж не здесь ли у нас драка-то была? Отпустись ты, господи. Что за упырь? Месяц, 5 месяцев спустя. Что-то не понял. Приют найдем, земле. А как же атаки? Как же засады? Браво! Трудитесь, да? Да. Пора в путь. Мой лагерь на севере. Иди туда. 5 месяцев. Господа, нам пора. Все пьяные. Особенно он тут последний, нахрен. Алкозавр. Ладно. Алкаши, алкаши. Сперва холодно. Теперь жарко, черт возьми. И сыро. Просто болото, ей-богу. Так, база данных Анинуса, экспедиция. Уверяю, скоро нам будет не до жары и мошкары. Ох, мы сейчас воевать будем. Из-за бульдога? Ха, еще немного, и мы понаделаем в нем дыр. А где ваш парень, Ли? Смотрите. Увы, наверху ему пришлось вернуться в гнезда установлены. После нашей выходки бульдог вряд ли будет ему рад. Нормально все будет. Ли наплетет ему, что я ни на что не годен. Он ловок со словами, особенно когда дело доходит до лести. Его примут с распростертыми объятиями. А у нас там будет друг. Девчуля. Именно.
Здравствуй, девчуля. А ты не скучала? Все эти воины из разных родов, но все они желают избавиться от Брэддока. Абинаки, Делавар, Шони. А ты? За кого ты сама? За себя. Что я должен делать? Помоги научить остальных. Пойдем. Пойдем, блин. Блин, вот так вот конкурентов себе выращиваю. Теперь у меня еще и бизнес за них берут. Едут. Все в порядке, сэр? Просто ловлю мгновение. Многие удивляются, зачем мы рвемся на запад. В дикие, чужие, необжитые края. Они не всегда будут такими. Когда-нибудь нам станет тесно здесь. И этот день придет очень скоро. Нашему народу нужно место, чтобы процветать. Нужно больше земли. Ой, какие слова-то, вы всегда такие американцы. Знают, и стараются нам помешать. Всегда американцы такие, нужно больше земли, нам, надо, мы хотим, я, мне. Чтобы потом затянуть петлю у нас на шее. Но этому не бывать. Мы разрубим ее и выставим их вон. Вот зачем мы едем. Предъявить ультиматум. Пусть уходят или умрут. Пора нанести удар. Стой. Мало уничтожит экспедицию. Нельзя упустить и Брэддока, иначе он вернется. Я переоденусь одним из них и подберусь к нему. Твое нападение их отвлечет, и я нанесу ему смертельный удар. Нормально придумал. Мы ждем знака. Они впереди. Просто чаще. Так мы не скоро доберемся до Дюкина. Надо было ехать вдоль реки. Там мы были как на ладони и не застали бы их врасплох. Нас почти 2000. Один разведчик, и они все узнают. И что потом? Убейте! На! Засада! На! А, так можно было так, что ли, хреначе? А я кого-то таился, думал, без палева. Тихо. На. Оп. Все, переодеваюсь. Прикольно так-то. Мне помогли, хорошо. За это вам спасибо. Убейте ополченцев, избегая стычек. Зачем мне это надо? Если я их убить хочу. Как можно считать этот лес домом? Я же говорю, отбросим французов, на себе можно будет поживиться. Что за настрой у вас, ребята? Вы же во славу якобы себя, там что у вас там? Так, а я какой-то пися важный. Рад был служить. Сэр, я сказал, что ты... И вот. Эдвард. С этой стороны дула все видится иначе, да? Берегись! Что значит берегись? Банк! Сэр! Сэр! Сейчас догонять его куда надо. Куда же ты, Эдвард? Ай-яй-яй-яй. Подожди.
Да не надо. Да. Блин. Кого мне там стрелять из пистолета? А ты-то куда? Блин. Давай, давай, давай. Опа, догнал. Не убежал. Не думал, что ты трус, Эдвард. Что же ты? Да, еще коню в жопу. Какая дерзость. Я всегда знал, что она тебя погубит. Она погубит. Нет. Ну, куда же ты? Живей, пока он не ушел. Да зарежь ты его. Кого ты его держишь? Режь. Бум. Ну или так. Я не заслужил это. Почему это? А ты так считаешь? Ты лицемер, Хейтам. Прости, Эдвард, но ты вынудил меня. На. Вот так вот. Один выстрел, один труп. Никак иначе. За что, Хейтам? Твоя смерть — это ключ. Ничего личного. Ну, разве только отчасти. Ты в самом деле давно докучал мне. Мы с тобой были братьями. Да, когда-то. В прошлом. Думаешь, я забыл все твои грехи? Сколько невинных жертв. И ради чего? Прорубая мечом путь к развязке, мира не сберечь. Нет. Если бы мы все больше полагались на меч и убивали чаще, мир был бы куда лучше, чем есть. В данном случае согласен. Часом. Так. Прощай, Эдвард. Прощай. Вот и все. Я выполнил свою часть сделки. Надеюсь, ты выполнишь свою. Идем. Так. Нет. Нет. Ты разочарован? Я думал, это ключ. Здесь должно было быть что-то. А там надо было только яблоко оставлять. Я ждал большего. Что они значат? Это история Ютидзон, что дала этому миру форму, чтобы здесь была жизнь. Путь ее был долог, труден и опасен. Но она верила в своих детей и в их силу. И хотя она давно покинула мир, ее глаза глядят на нас. Ее уши слышат нас. Ее руки ведут нас. И... ее любовь дает нам силу. Вот. Ты была ко мне очень добра, Дзио. Спасибо. Как добра, а любовь?
Я... Мне пора. Вот. Расстели рубашонку, вон. Тепло, сухо. Все, само то. Все условия соблюдены. Эх. Прогресс. Хрен с этим прогрессом. Папа. Зато теперь у нас будет сын. Не просто сын, а самый лучший сын. И народ еще ахнет и вздрогнет. Так. Пинчушки. Давай. Мастер Кенуэй, вы нашли его? Это не то место. Остальные ждут вас. Господа, прошу, садитесь. Господа. Боюсь, храм лишь раскрашенная пещера. Правда, там есть письмена и рисунки предтеч, так что цель близка. Видать, не слишком. Нам нужно удвоить усилия, найти еще людей и основать здесь базу. Я уверен, что мы найдем это место. Да, точно. Кроме того, полагаю, пришла пора посвятить во все Чарльза. Он показал себя верным учеником и служил нам верой и правдой. Он способен разделить бремя наших знаний и все соответствующие блага. Есть возражения? Хорошо. Чарльз, тогда начнем. Клянетесь ли вы блюсти устав Ордена и наши принципы? Клянусь. Не разглашать никому наших тайн и сути наших трудов. Клянусь. Отныне и до последнего вздоха любой ценой. Клянусь. Мы приветствуем тебя в наших рядах, брат. Вместе мы приблизим зарю нового мира, где будут царить цель и порядок. Дай мне руку. Я тебе палец отрежу. Ты... Тамплиер. Да направит нас отец понимания. Да направит нас отец понимания. Подождите. Что? Тамплиер? Вроде мы ассасины. Какой тамплиер? Ты тамплиер. Что-то... У меня что-то... Мне в башке немножко не уложилось, конечно, этот момент. Что, тоже ничего не понял? Вы все видели? Да. Что да, то да. Ключ, амулет, который Хейтем забрал из Лондона. Мы поняли, как он выглядит, но нигде его искать. Нужно продолжать, Дезмонд. Ты тамплиер. Он и твой предок тоже. Почему бы тебе туда не залезть? Вот как. Это твой ответ. Ощущение, будто тебе 6 лет. Что с тобой, Дезмонд? Папаша. Сломай ему хребет. Ты знаешь, что со мной. Вы меня за человека не считаете. Дезмонд то, Дезмонд это. Дезмонд, ты уже разберись там как-нибудь, а то солнце нас всех спалит. Мы мило провели время, но вообще-то я просто очередной тамплиер-заговорщик, так что будь добр, послушай свою волшебницу из прошлого и прикончи меня, а не то мир рухнет. Вот он твой ответ. Меня достало вечно быть пешкой. Я думал, с тобой будет не так. Ты вроде как мой отец, а ты не лучше, чем эти тамплиеры, что бы им. Не смей равнять меня с этими подонками. Слышишь? Все, что я делаю, все, что я делал, было для тебя. Еще радуется. Я был слишком жесток, просил слишком многого. Но постарайся понять, что стоит на кону. Соберись, мальчик.
Время на исходе. Так, это было необычно. Ладно, я сделаю вид, что ничего такого не случилось, и просто быстренько распишу, что происходит. Распиши. Плохие новости. Похоже, храм получает энергию от набора, скажем, батарей. Одну из них ты нашел на пути внутрь. А вот есть ли другие, уж точно не тут. Ну вот. Есть мысли, чем это дело можно заменить? В первой части рассказывал, что придется здесь лазить, что-то включать, выключать. Попробую запустить парочку тараканов в базу Абстерго. Если там найдутся ссылки на эти машины, то, может быть, нам повезет. Стоит попробовать. Может быть, да кабы. Разумеется. Ладно, Дезмонд, либо осмотрись тут, либо полезай назад в Анимус. Ну, давайте для начала осмотримся. Так. Ой. Эй. Так, ладно. Первый-то нам точно сюда. Только куда? Туда? Я уж не помню. Или сюда. Ладно. Для начала мы сюда. Вот оно. Что с тобой, призрак? При всех наших знаниях, всех средствах, время было против нас. Этот труд было не закончить и в тысячи лет. Первую башню так и не закончили. Проект закрыли. Мы занялись другим. Но пока мы шли дальше, некоторые вернулись. Если автоматизировать процесс, где плод бессильно справится с металлом. Вот так вот. Где плод бессильно справится металл. Ни хрена не понятно, но как рассказано. Так. Сюда. Пойдем. Оп. Так. Не понял. Почему ты так делаешь? Так, ладно. Не хочешь. Так, куда-то сюда. Больше ходов-то и нету. Так. Сюда. А, вот. Сейчас поганку свою прижмем. Кричали они безрезультатно. А
один город, если бы было время. Но его не было. И мы сдались. Опустили свои ручки, да? Сдались они. Пойдем, кривую свою приложим. Я что-то не понимаю, а что ты? Может, что-то не так делаю? У меня такое чувство, что я что-то не доделал. Или это не здесь? Так. Не совсем понимаю. На. О, она опять здесь. Давай. Уходим обратно. Ладно, поехали. Время шло, дитя во мне росло. А потом он пришел в мир. У него были черты отца, но немало и моих. Он не казался чужим. Но это оказалось неважно. Мой народ любил его как своего. Иногда мне не достает Хейтема. Может, он даже любил меня. Они всегда смотрели в будущее. Туда, где он и его братья тамплиеры подчинили себе все. Больше всего я боюсь однажды заглянуть в глаза сына и увидеть ту же темную жажду. Вроде мужик-то был хороший, блин, вот так вот. А видите, как говно на самом деле оказался. Может, и с благородными целями, то все такое обходительно, смотрите, все. Этих освободи, этих уничтожить и... Да. Я даже название читать не буду. Генадзвадзе какой-то. Пойдемте играть в прятки. Доброе утро, мама. Ну, и что ты затеял? Ничего, я только... Радунгангу, поиграй с нами, остальные ушли на охоту, нам скучно. Блин, толстенький, подожди. Толстячок. Ну, я пошел. Идите, но не покидайте долину. Ну, давай, пойдем. Следуйте за другими детьми в лес. Пойдем поиграем. Прятки. Ну и так-то у них прикольная одежда. Не знаю. Неудобно. Вернись к закату. Да, мам. Все. Простите. Даже индейцы чистоколом вон захреначили все. От врагов. Ну так. Пошли в прятки играть. Смотрите, дети, не покидайте долину. Да мы знаем уже, дядя. Дядя. Может, пора назад? Говорят, там волки размером с медведей. Да сейчас, а я этих медведей на фарш. Медвежий фреш. И чужаки стреляют огнем из рук. Говорят, у них деревни из камня. И они крадут отсюда людей. Уже почти.
Итак, сейчас я буду галить, буду водить, буду искать. Во что будем играть? Привет! Конечно, привет! Так. Ты водишь. Прекрасно. Прекрасно, мать его. Эссольгоели. Только песенка какая-то. Стоп. Ни хрена ты там считал-то. У нас до 10-то ленится считать. А ты до 100 хрена еще и в лесу искать. Так. Анализ подскажет, поможет обнаружить цель. Давай. Так. Ага. Опа. Блинский. Так, за отведенное время. А наверху сидит. Так. Не могу, что ли, туда протиснуться или что? Ага. Нашел. Так. Спокойно. Так, давайте сократим здесь немножечко. Хопа. Ага. Так. Хопа. Нет? Блин, ну ты-то пипец спрятался. А я и не сделал ни одной ошибки. Я просто сверху прилетел. Так что не надо тут на меня наговаривать. Так, что у нас здесь? Давай сыграем еще раз. Палочки уже все изучены. Теперь ты води. Оска, Дегени, Оса, Гаерди, Виск, Яяк, Зада, Садегу, Джоту, Оерди, Оска Юарде, Дегени Юарде, Оса Юарде, Гаерди Юарде, Виск Юарде, Яяк Юарде, Зада Юарде, Садегу Юарде. Давай. Оп. И почему-то никто не идет искать меня, кроме вот этого дядьки. Это у нас кто? Папкины друзья. На кого-то ты похож. Где я мог тебя видеть? Ох ты, какой смелый.
как некрасиво. Ладно, я плюнуть в экран не могу. Ой, все-таки мой экран. Слышите? Он говорить умеет. Ловко для дикаря. И смело. Мы хотим видеть старейшин. Скажи, где твоя деревня, и я тебя отпущу. Ой, ты еще деревню не знаешь. Вон она стоит посредине леса. Делай, как он говорит. Я могу сломать тебе шею. Чуть сдавить, и все. Искра твоей жалкой жизни тут же угаснет. Ничтожество, прах под ногами. Ты и весь твой род. Живете в грязи, как звери. Сам моему дядьке преклонялся. Дядьке моему отцу. Мудрейшим из вас открыты видения будущего. Они молят нас о милости у наших ног. Но не ты, я смотрю. Нет. Ты отчаянно бьешься за свое. Невежество застит тебе глаза. Но я не жесток. Я пощажу тебя. Передашь мои слова твоему роду. Чем раньше мы получим то, что ищем, тем раньше вы сможете тихо жить своей жалкой жизнью. Честный обмен, не так ли? Как твое имя? Чарльз Ли. Для чего тебе? Чтобы найти тебя. Я буду этого ждать. Ну что ж, как оказалось, папаша и его приспешники полные мрази. Их надо завалить. Жалко парня. Жалко парня. Так. Ой. Давай. Всю башку мне пробили нахрен. Такс. Я! Ну. Деревня горит. Сейчас посмотрим, как мать погибает. По-быстрому я тебя не трону, клянусь. А вот мои друзья-то тебя, да. А ты еще отдалась ему смело так. Господи, вообще печальная история. Сначала на шишку надел, потом позволил друзьям ее уничтожить. Давай. А что, так не пролезть было? Что за бред? Ой-ой-ой-ой. Да давай двигай. Сюда. Давай, мать. Выбегай. Так. Обижать все-то по кругу. Что у меня с экраном нахрен? Или что, так графика такая? Ешь мать. Давай. Нет, сынок, уходи, сейчас же. Только с тобой. Слишком поздно. Будь сильным. Будь смелым. Нет, не надо. Даже когда ты будешь один, знай, я всегда рядом. Всегда. Всегда. Нет, не надо, пустите ее, надо спасти. Все, мать запеклась.
страшная история. Страшный сюжет. Сначала он поджарил мать, потом зажарил. Господи. Куда катится этот мир? 9 лет спустя. Ты опоздал. Прости меня. Ты на меня больше не сердишься? Давай, посмотрим. Идем, есть работа. Мать Рода велела собрать все, что понадобится сегодня. Начнем с перьев. Ну давай, с перьев, так с перьев. Можно залезть туда и посмотреть, где гнезда. Чтобы безопасно бегать по деревьям. Васкуэни, я зоди дэвандоре. Оп. И... Оп. Йо тэна дэ джаун дэ нэ айэ ена. Ха, зэзак тинуэ йо дзиккунде. Ну. Все нормально пока. Захага йо янэрэ. Лучше? Йом заскац. Тут так красиво. Красиво, конечно. Надолго ли это? О, придут. К весне нам поселятся 20 человек, к осени еще 20. Они станут тут охотиться, пахать землю меньше, чем через... Сколько? Через сколько? Вот их будет сотня, а потом они поглотят нас всех. Они их так погонят. Да, но ближе, чем были. Надо что-то делать. Если мы будем ждать, а не драться, все случится снова. Хватит. Я думал, ты учишь меня лазить. Ладно. Там, гнездо орла, его перья лучше всех прочих. Но мы не должны покидать долину. Никто не узнает, правда? А раз я должен тебя учить, посмотрим, доберемся ли мы туда, не спускаясь на землю. Ой, честно сказать, спустимся на землю, нет, уже значения не имеет. Давай. Хоп. А ничего, что вот эти всякие обваленные. Да тихо ты. Шагане ты моя, шагане, блин. Давай. Везде. Так. А, что, я еще и его должен ждать, что ли? А я думал, кто вперед. Прошу прощения. Я ж не знал, что он лошара. Сейчас. Оп. Да блин. Чё ты там? Ноги отваливаются у тебя. Давай. А, вот что надо было, я должен еще помочь этому засранцу. Какой ты мяфа, мешок, блин. Мяу. Мяу, мяу. Мяу-мяу. Двигаем, скотина. Оп. Так, а теперь лезем. Это слишком. Как ты научишься, если не будешь делать через силу? А если я упаду, разобьюсь?
Тут должны быть другие гнезда. Обыщи. Ну вот если я высоты боюсь тоже, что мне теперь делать? Как быть? Так. Опа. Так. Ну, пока все получается. О, а я пришел уже. Все. Одно перо только. Ха. Ничего. Че ты? Думал, что я разбился? Хрен там. Ты меня еще не знаешь. Так, я не до всех гнезд добрался. Ты собери, а я подожду. Или может нам уже хватит? Соберу. Так, ладно. О, вот полезли. Так. Так, пошли, пошли. Так я же там собрал уже. Так. Куда-то мне там надо идти. Блин, вот. Помню, что тут будут стрелы, вот. Которые мне нужны будут. Давай, что на этот раз? Мясо и шкуры. Сейчас еще ловить будем охотиться. Точно. Значит, этим мы будем заниматься. Поближе к деревне с места, где птичек полно. Поохотимся там. Что за индейцы? Ни хрена не умеет. Я его всему учу что-то. Опа! Вот так. Ну, жалко. Изучаем подсказку. Вот хорошее место для ловушки. Так, удерживайте к. А что надо-то сделать? Так, ловушку на селектор инструментов удерживать, и чтобы установить ее, так, где? Ага. Все понял. Так. Все, ловушка, так, предназначена для поимки. Поставь свои ловушки здесь. Все? Так, молодец, теперь поищем добычу побольше, пока ждем. Так. Насколько больше-то? Так. Ну-ка, а тут у меня что есть? А еще и кулак. Пока только топор. Так. Вот сюда. Изучаем. Олени.
Какашки жрешь, что ли? Подкрадываться. Так. Если увидит, то сбежит. Так. Там вот это хуцосе, а он так не горади хато. На. Не. Я что-то не понял, что за херня была? Чокну года, эра я хунге не гора хавите. Он их тебя скаде не ада. Твою ж мать. Она тебя увидела. Минутку. Нифига. Блин, я хотел вообще на дерево залезть. Он их тебя скаде не ада. Так. Опа! Все, берем с нее, теперь можно забрать добычу. А я не на ту нажимал, да? Смотрите, что осталось от нее, ни хрена. А мы даже не нагруженные. Ладно. Так, я уже даже не помню, нужно мне все это, не нужно воевать-то. Или так люлей навешаем. Опа, кто там? Зайка. У тебя кто? Тоже? Нужно бы еще, но времени мало, чтобы успеть. Нужно охотиться обоим. Я не знаю. Я в тебя верю. Поверь ты в себя. Давай, толстячок, иди. Так, а что надо? Тогда будьте животных разных видов добыто. Три так. Опа. Так, спокойно. На, папа. Первый есть. Так, это что? Кто тут? Смотрим. Да куда ты? Иди сюда, падла. Блин. Всех разогнал. Куда ты? На! Так.
Так, мне надо наверх забраться. Оп. Ну. Иди сюда. Оп. Внизу никто не топается. Стоять. На. Так. Где ты? Блин. Так стой. Блин. Куда ты, тварь, побежала? Мозг оленя. Мне вот зачем маленькие эти сурки да сосунки нужны? На! Так, уже четвертый добыт. Последний остался. Кусок мяса. Что у тебя тут? Изучить подсказку. Подсказка: здесь олени пометили землю. Тихо, тихо. Какие быстрые, охренеть. Давай, 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 давай. На, все. Все, 5 кусков мяса собрал. И этого хватит. Поставьте ловушку с приманкой, чтобы приманить убить животных в воздухе убито. Да мне это нахрен. Главное, что сделано по-быстрому. Так, это кто? Зайка. Бедный зайка. Скакал мимо, никого не трогал. Ганандогу? Ганандон? Гандон, что ли? Что случилось? Отку. Чё ты молчишь? Проклятие. Вау! О! Валим! Охренеть! Вот это попадос! Так! Охренеть, ты меня подставил еще, блин, привел его ко мне, мимо. Слово не сказал даже. Пробежал. Так, ну на медведя охотиться же не пойду, по крайней мере, не с чем мне. Не в таких условиях я за ним охотиться буду. На!
Все разделал, он медведю тоже достанется, что погрызть, чтобы за мной не бегал. Так, а ты тварь. Ты спас мне жизнь. Спасибо. Надо возвращаться. Надеюсь, дома поймут, почему вы ничего не забыли. Но это не так. Как? У меня был хороший учитель. Так. Что-то у меня все амуниция. Хоп, слезала корова. Куда все делось-то? Эй! Ой, а там что за собрание? Что произошло? Эй! Что случилось? А что сказать нельзя было, что ли? Это хрень. Ну ладно. Ты наверняка хочешь знать, почему мы не покидаем эти леса, почему не воюем бок о бок с другими Ганьягеха. Сегодня ты все узнаешь. Наша деревня стоит на священной земле, и наш долг превыше всего прочего — скрывать ее от мира. Даже если из-за этого враги набирают силу, это тяжелое бремя. Выбор между жаждой действовать и знанием, что это поставит нас под угрозу. Что может быть так важно, чтобы держать самих себя здесь? Яблоко. Что это? Дверь. Мать рода? Мать рода. Как будто имя какое-то род. Приветствую, страж. Кто ты? Дух? Для тебя, вероятно, да. Где я? Ты там же, где был раньше. Если же ты спрашиваешь о том, что видишь, то это Нексус. Здесь рассчитываются вероятности, чтобы выбрать правильный путь. Какой путь? Какой путь? Правильно тебе же сказали. Что за глупые вопросы? Ну давай. Что ты со мной сделала? Выбрала форму, близкую твоей культуре. Так легче ориентироваться. Эй! Мы ждали тебя тысячелетия. Ты принесешь ему последний фрагмент. И он откроет дверь. Я не понимаю. Я тоже не понимаю. Мои слова ранят тебя. Я не желала этого. Ты важен для нас, дети. И не представляешь, насколько. Многие силы тайно готовятся захватить власть над этой землей. Преуспев,
они проникнут в святилище. И? Я-то тут каким боком? Не понимаю. А, ты из особого рода, вот почему. Прошлое, настоящее, будущее. Многие связаны с тобой. Те, кто изменил мир, те, кто изменит. Так же, как ты. Те, кто изменит. Так же, как и ты. Это я через историю лечу, через время. Я призвала тебя, чтобы ты узнал свой долг. О защите святилища от тех, кто жаждет уничтожить наш труд. Святилище? Не понимаю, где тут выше, какой где ниже труд? Нужно делать. Давай. Применение текущего курса даст негативный исход. Преждевременный доступ дестабилизирует регион. Твоя деревня и род будут уничтожены. Здорово. Куда летим-то? Что мне делать? Все встают в беду. Займется твоим обучением. Знаю, у тебя много вопросов. На них ответит время. Пока повинуйся. Вас ждет. Нас ждет. Будет что вспомнить. Что нас ждет-то нахрен? Непонятно. Непонятно. Ладно. Чё, меня выкинули из избушки, что ли? Я же в избушке был первоначально. Спина. Астунгель. Ну. Ассасина нарисовал знак. Где Радунхай? Где ты видел этот символ? Дух мне показала. Она сказала, что я встречу того, кто укажет мне путь. Люди, что живут вне долины, придут снова. Я это давно знаю. И ты тоже, даже если не хочешь признавать. Тоже верно. Мы клялись защищать это место, но ты тоже прав. Мир меняется, и нельзя прятаться вечно. Я не стану сидеть здесь и ждать конца. Тогда я тебя отпускаю. Можешь уйти. Почему ты передумала? Потому что не могу заставить передумать тебя. Возьми это. Ты найдешь то, что ищешь, к востоку отсюда. Я видела этот символ там. Человек, носящий его, поможет тебе, как никогда помог твоей матери. Как некогда помог твоей матери. Подождите, он какой же тамплиером. Ой, ну тамплиером был. По крайней мере, он принял его в ряды тамплиеров. Ну, значит, тамплиер. Ты благороден, но, боюсь, ждешь слишком много. Ступай, ищи свой символ, найди свой путь. Спасибо, бабуль. Вот такая печальная история. Такой печальный конец. Синхронизация завершена, часть четвертая. Ой. Так, надо нам тоже сворачиваться уже. А то так проскакали быстро. Быстро-быстро. Это, по-моему, все только с индейцем связано.
Ну-ка. Не думал, что уйти будет так трудно. Я надеялся обрести гордость на этом пути. И чувство достигнутой цели. Но то, что тянуло меня из дома, скоро исчезло. Остались лишь вопросы и сомнения. Поспешил ли я? Совершил ли ошибку? В деревне думали, что я ушел, потому что хотел. Что это мой выбор. Но мне так никогда не казалось. Нет. Это не мой выбор. Это моя обязанность. Потому что если не я, то кто же? Блин. Упала кошка. И разбилась. Вот такая кися была. И нету. Опа! Это артефакты, я их не буду собирать. Собиралки эти дополнительные. Хотя так хочется. Так. Даже не знаю, блин, куда мне тут так. Вот это здесь. Ни с кем драться не надо. Не, я... Подожди, а это дерево не просто так. Ладно, хрен на вас. И на этот артефакт даже два раза. Я сколько тогда поубивал времени, чтобы вас всех пособирать. Вот это я не хотел. Надо было подальше прыгнуть. Может, тогда в воду плюхнулся бы. И не умер бы. Ай-яй-яй-яй. Тут пума, да, где была? Появился-то я. Ну, попробуем. Хоп. Ну вот. Это уже другой разговор. Все, плывем, плывем по безопасности. Вот так вот. Я уверен, нам далеко плыть надо. Так, с деньгами у меня, да, проблематично? Ну, ничего страшного. Это мы исправим потом. Сейчас нам деньги ни к чему. Да и незачем. Они нам нужны только для более комфортной жизни. Не более того. Воевать можно и тем, что найдем. Так, а вот стрелы, да. Стрелы там не нужны. Потому что бесшумно убивать, это мы любим. Так. Вот, осталось-то чуть-чуть. Только по низу или по верху. По низу пойду. Давай. Хоп. Давай, давай, давай. Да уйди ты тогда. Что за ерунда какая-то? О-о-о.
Сюда. Не допрыгнул. А, ни хрена себе. Я, господи, я просто убил это кошмарно. Почему я думал, что там вода? Всегда по обрыв там вода. Вроде как аж в порядке вещей становится. Ну туда, нам сюда. Вот так. Блин, и как мне вас? Боже, он умом тронулся. Давай-ка. Вот так. Вот так. Давай, 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 обыскивай. Все. Теперь можно спокойно и дальше бежать. Вот так. Денежку. Вот представляешь, я тебя за пару копеек пришил. Вот это твоя жизнь чего стоит. Кошмар. Аж медведи, а я туда плыву нахрен. Так, а как мне обойти вас? Я вот сюда приплыву, а дальше буду бежать, бежать, бежать. Честно скажу, вы мне вот сейчас даром не нужны связываться с вами. Так, давай, 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 давай. Как прекрасно, что здесь можно ползать практически по всему, чему угодно. Да, блин. Вот так. Давай сделаем эту тушку. С медведями также поди надо было, но я не настолько силен, чтобы с медведями также поступать. Мясо вампи, сердце вампи. Из них что-то готовить надо, приготавливать. Так. Дайте мне забраться туда. Это дорога? Это дорога. Прочь с дороги! За ним! Да куда вы все так ломанулись? Да, конечно, да, конечно, да, конечно! Да! Блин, медведи! Это вот охотится, кто хочет на медведей, пожалуйста, ради бога, видели там целых два. Честно сказать, я уж не помню, охотился ли я на медведя, но если бы охотился, я бы сначала издалека бы старался бы, наверное, завалить его, отстрелял бы его, все. Так. Надеюсь, вы не за мной тогда ехали-то. Напрямки, напрямки, давай. Не могу здесь, да? Опа, аж с ножом и топором. Давай, 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 давай.
Так тоже не сказал, а домик там находится, надо посетить, блин. Ни хрена до него бежать и бежать. Здравствуй. Здорово. Ты, наверное, из местных, из этих... Как же их? Племени иракезов, точно. Ты из них? Конечно нет, Терри. Иракезы это не племя. Блин. Племя. Да нет. Хотел вас иракезы подрезать. Это ладно. Давай, 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 давай. Вот он домик. Долго же я шел к нему. Так. И стучимся. Нам не открывают. Грубиян. Не открыл. Что? Мне сказали, ты научишь. Нет. Уходи. Я не уйду. Ну. Так, поверху там надо. Ну, или может переждать, он там поспать. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!